Nikon D7100 – это зеркальная фотокамера, рассчитанная на фотографов-энтузиастов, которые предъявляют высокие требования к технике. В ее сердце 24-мегапиксельная матрица без низкочастотного оптического фильтра, позволяющая получить высочайшую детализацию изображения. В конструкции корпуса применяются детали из магниевого сплава. Сама камера большая, с ухватистой рукояткой, удерживать ее очень удобно. Кстати, Nikon D7100 имеет защиту от пыли и влаги. Управление Nikon D7100 отличается оперативностью. Здесь в каждой функции назначена своя кнопка. Безусловно, новичкам потребуется некоторое время, чтобы к этому привыкнуть, но профессионалы такой подход наверняка оценят. Главное достоинство зеркальных камер — оптический видоискатель, позволяющий фотографу видеть буквально то же самое, что видит объектив камеры. В Nikon D7100 применен пентапризменный видоискатель со 100% покрытием площади кадра и увеличением 0.94. При этом в распоряжении фотографа оказывается быстрый и точный модуль фазовой фокусировки, состоящий из 51 точки. Такое большое количество точек особенно удобно использовать в следящем режиме, когда камера удерживает в фокусе движущийся объект вне зависимости от его перемещения по площади кадра. В таких ситуациях здорово помогает и скорострельность Nikon D7100 до 6 кадров в секунду. Для сохранения снимков используются две карты памяти формата SD. Запись на них может вестись последовательно, параллельно или раздельно. Файлы разных форматов на разные карты памяти или видео на одну карточку, а фото на другую. Кстати, строить кадр можно и по основному дисплею камеры в режиме Live View. Автофокус при этом также доступен фотографу. Более того, при видеосъемке возможна плавная непрерывная фокусировка в режиме AFF. Видео Nikon D7100 может записывать с разрешением Full HD и частотой до 30 кадров в секунду при прогрессивной развертке. Звук при этом можно записывать с помощью внешнего микрофона, а во время записи прослушивать при помощи наушников.